Привет! С вами Тору, вы на канале Ани Санрайз, и мы продолжаем прохождение Азур Лейн, и я подзабыл немножко, что у меня же есть Непка. Господи, как я мог о Непке-то забыть? А в общем, в следующий бой мы отправимся уже усиленным составом. Пойдем не вдвоем, а пойдем втроем. Возьмем и Непу с собой, посмотрим, какой из Непы вообще кораблик-то. Так, и боя, я так понимаю, не будет, да? В этот раз. О чем ты только думала? Ну, она хотела их захватить, она пыталась. А сейчас кто-то будет получать пощам, видимо. А тебе нужно подумать о том, что вы сделали. Мне правда жаль. Только что она рвалась в бой и пинала корабли сирена, сейчас она... О, господи. Я искренне извиняюсь. Нас просто застигли врасплох, и мы не смогли сбежать. А почему ты оправдываешься? Вы с радостью отправились на поиски сирен. Как будто это допустимо. Все это произошло, потому что я не остановила ее. Верно. Трудно. Я не могу сказать, что ты выполнила свою роль старшего сегодня. Возможно, необходимо наказание? Ни за что! Мисс Суруга не несет ответственности! Пожалуйста, если вы хотите кого-то наказать, то наказывайте меня, я это приму. Я не потерплю этого! Вы подвергаете всех здесь опасности! Эй, Такао. Вы как бы были в безопасности. Пока бездействовали. Не так ли? И, честно говоря, я устала от того, что Шимаказа и Суруга такие удрученные. А, печально. Это больше не повторится. Так, давайте двое, вы идите уже. И не забывайте о своих письменных извинениях. Ага. Боже. Что за человек? Может читать лекции целый час непрерывно. Было очень шумно. Кага. Я благодарна тебе. Что более важно, мы нашли какие-то странные объекты, которые появились из кораблей, которые эти двое уничтожили. И сделаны они из неизвестного материала. Те штуки. Они опасны? Мы не уверены. Леди Нагата и моя сестра тоже обеспокоены. Позже будет расследование. Я тоже присоединюсь. Да и тебе рекомендую, и вам рекомендую сделать то же самое. Понятно. Это значит те кубы, да, которые вывалились?
А значит, мы тоже пойдем. Мисс Руга. Она даже не отвечает мне. Все потому, что я увлеклась своим любопытством. Я подвела замечательного партнера. Мне все сошло с рук, обошлось только лекцией и письменным извинением. Я так счастлива, что все еще жива. Я больше никогда не хочу видеть эту девушку. Боже. Но не хочу об этом говорить, но несмотря на то, что мы попали в засаду, она... спасибо тебе. Чего? Мисс Руга? Она все-таки это сделала. После того, как мисс Руга и я попали в эту засаду с флотом сирен, что-то произошло спустя 3 дня. Мне, Шимаказе, было приказано явиться на морской курорт, где проживают высокопоставленные лица империи Сакуры. Сама леди Нагата, одна из самых важных людей империи Сакуры, приказала... призвала меня. Курорт расположен в территориальных водах империи Сакуры, но въезд даже гражданам империи Сакуры затруднителен. Проще говоря, это особая область. А вот почему я немного взволнована. Но... Знаете, они вызывают меня после такого инцидента. Я знаю, меня туда не звали на... Я знаю, что меня зовут туда не на каникулы. Если бы это как-то иначе произошло, я бы здесь дрожала от волнения, но... Прямо сейчас я просто трясусь, а не дрожу нифига. Гид пришел меня встретить. Я действительно чувствую, что захожу в место, которое, типа, мне не принадлежит, в котором мне, типа, не следует быть. Я уже чувствую, что теряю сознание. Добро пожаловать, Шимаказа. Я получила твой звонок и ждала твоего приезда. Но даже как твой гид, я чувствую, что... собираюсь потерять сознание. Господи, они обе. А что случилось? Ямаширо, пожалуйста, держи себя в руках. Дело в том, что... я просто так небрежно... Моя сестра Фусо сказала, что я должна подготовиться к работе, которая требует ответственности, но... Я думаю... Вся моя энергия, Шимаказа, она пропала до того, как я сюда пришла. Ямаширо! По крайней мере, просто подожди, пока ты не отведешь меня в здание, где будет проходить собрание. Вот, возьми мой последний кусочек оксиколы. Это должно дать тебе немного энергии. Пей.
последний кусочек, последний глоточек оксиколы. Спасибо. Знаете, когда приезжает человек, он сам волнуется страшно, он готов потерять сознание, его приходит встречать гид, который также волнуется, он уставший, он теряет сознание, это прям придает уверенности, наверное. Фуф. Ну что, тебе получше? О, спасибо. Чувствую себя обновленной. Я думаю, что теперь я в порядке, как новенькая. Так, что я делаю? Здесь. Да ты совсем не в порядке. Гид, ты гид, и ты должен вести меня. Пожалуйста, отведи Шимаказа к леди Нагато. Ой-ой, мне жаль. Я действительно не должна забывать о причине, по которой я здесь. Пошли, сюда. Давай побежим. Бля. Да не бегай ты так. Ай. Пожалуйста, не обращай на меня внимания. Можешь просто идти вперед. Да как я уже сказала, ты гид. Как мне туда добраться-то без гида? Пу, ладно, я понесу тебя, так что показывай мне путь. Судя по стонам, она была нифига не легкой. Боже, как до этого дошло? Ой, твоя спина так приятно пахнет, Шимаказа. Я думаю, что это так. Что там происходит? Так, нету... А, есть, конечно, есть плюхи. Так, давайте подытожим все, что произошло. Проходили учения, в ходе которых наши две нупаси столкнулись с флотом сирен. Они запинали этот флот, остались живы, все хорошо, но из кораблей, которые они запинали, начали вываливаться какие-то странные кубики. И эти кубики очень всех заинтересовали. Проведено какое-то расследование, и теперь проходит собрание, на которое позвали и нашу нупасю, которая принимала в этом деле непосредственное участие. Окей. Я так понимаю, это именно собрание, да, уже? А, похоже, еще нет. Ну, благодаря экспертным указаниям экспертов, экспертным указаниям, я смогла довольно быстро добраться сюда, благодаря тебе. Меньшего просто не ожидалось от линкора. Но я начинаю немного беспокоиться. Найдет ли она дорогу домой-то, блин? Гид, господи. Тем не менее, у меня нет времени беспокоиться о ней сейчас. Мне нужно попасть внутрь здания. Почему это здание такое большое? Оно же в 10 раз больше, чем отель. Все, я полностью потерялась. Все кончено. Я понятия вообще не имею, где находится конференц-зал. Так, должна ли я спросить у кого-нибудь направление? Надменная девушка. И ты, во чем дело? О, слава богу! Леди Нагата вызвала меня сюда, и... Я проделала весь этот путь, но я нигде не нашла ее. Для меня просто непростительно быть настолько неуважительной. А мы ведь еще даже не встретились. Понимаете, о чем я? А, я понимаю. Итак, вы наконец прибыли. Вас ждали.
Боже. Подождите. Вы знаете леди Нагато? Конечно. Я Нагатовка, я же Нагато, в конце концов. Чё? Кажется, вы не поняли важности того, что я сказала. Скажу это снова. Я Нагато. Боже. Никто не может вспомнить мое лицо. Возможно, была ошибкой оставлять Ямато. Бля, она в обморок упала. Сука. Она осознала всю важность происходящего. Она упала в обморок? Леди Нагато? Почему ты кричишь здесь? Акаги? Это... Ты ходишь по трупику. О боже. Ты сама покончила с невоспитанным гостем. Да она упала в обморок сама. Не трогала я ее. Как там можно реанимацию-то провести? Мне нужна вода или что там, масло? Что нужно? Воды должно хватить, вам не кажется? Посмотрим, у меня есть бутылка с водой, которую мы можем использовать. А, блядь, они ее бьют! Она ударила ее этим? Типа, знаете, если кто-то падает в обморок, и ему нужна вода, просто берите бутылку, блядь, с водой и бейте пострадавшего. Это должно помочь. Ну смотрите, ведь правда, это же помогло. Это имело смысл. Чё я до земли-то была? Ты наконец-то проснулась, наглая девушка. Ты в присутствии... В присутствии нашей леди склони голову. Ой-ой. Я все вспомнила. Мои неуважительные действия. Единственный способ, которым я могу сейчас извиниться, это... вскрыть живот. Как там, подождите. Сделать хараки сыппуку. Можешь подождать? Клянусь, не думаю, что... Можно как-то все это... Что разговор... Успокоится. Что у тебя? Она успокоится такими темпами. Давайте просто сменим место. Да просто... Бутылки воды должно хватить для реанимации. Начинаем избиение. Так, ладно, хорошо, сейчас мы поищем... сундучки, которые нам могут пригодиться, а потом пойдем на зеленый ивент. А красные продолжают историю, как мы помним, а зелененькие. Ну-ка. Как раз на днях видел парочку мимасиков с этим персонажем. Имени ее, к сожалению, не знаю. Я нашла тебя. И давно ты здесь? Но ты должна быть решительно настроена, находясь на крыше в такой хороший день. Это потому, что ты молодой корабль? Какое у тебя ко мне дело? Я не дрогну даже под таким взглядом. В общем, это все, что я хотела сказать.
Чего? Почему она так заботится? Это глупо. Я не думаю, что... Кто... Что... Когда-либо кто-нибудь был со мной так мил. Я не знаю, что делать. Спасибо за беспокойство. Наверное. Ты все еще довольно жестоко, понимаешь? Я только что потеряла одно очко. У Конга. Трудно будет это исправить. Я просто хочу работать. Это твой шанс поднять свою репутацию. Разве ты не знаешь? Ты и Шимаказа. Оба... женщины ча... Женщины часа? Чё? Часовые женщины... Мне нужно разъяснение. Женщины часа... Мне нужно разъяснение. Ну, судя по твоей реакции, ты об этом не знала. Да я как бы тоже. Линкор и эсминец, которые сражались с сиренами и привели себя к победе. Новая пара, которая приведет империю Сакуры в будущее. Козыри следующего поколения, Суруга и Шимаказа. А вот что это значило. Об этом говорят газеты, которые Аоба и Акаши разбросали по всей империи Сакуры. Просто удивительно, как быстро они могут собирать информацию. Это притворная репортерка и хлопотливая девушка-кошка. Все, что я хочу сделать, это просто... Все, что я хочу делать, это жить красивой и мирной жизнью. И я никогда не хотела быть в центре внимания. Боже. Выражение Суруги снова стало довольно страшным. Честно говоря, с тех пор, как ты присоединилась к этому флоту, всем было так любопытно. Твоя коллега Шимаказа очень оживленная, но всегда... была где-то в углу. И мы, в общем, теряли терпение. А, она была оживленная, а ты, типа, всегда была в углу и угрюмой, и все теряли терпение. А, уголок — это лучшее место для меня. А, кстати, какими документами ты работаешь? Это письменное извинение? Да. Инцидент с сиренами. Кажется, все об этом говорят, но гордиться тут нечем. Боже, как же сильно тебя ругали, бедняжка. Но это достойно восхищения. А это там на Шимаказе не распространяется? Да, похоже, Шимаказа занята с тех пор, как сегодня утром ушла. Она довольно хлопотная. Итак, вы, значит, поддерживаешь своего партнера. Замечательно. Я первый, кто увидит правду о линкоре Суруга, которая так интересует многих. Пожалуйста, не стоит меня дразнить. Это было просто совпадение, что мы были в одной команде. Это был первый и последний раз. Я лучше работаю одна. Но ты никогда не узнаешь. Это может стать началом крепких отношений. Возможно, вы не захотите, чтобы такое блюдо испортилось. То, как ты смотришь на вещи, немного отличается. А, ты немного по-другому смотришь на вещи.
Это потому, что ты из королевского флота, не так ли? Да, я только что это придумала. Бесполезно. Мне плохо с этим человеком. Она яркая и обаятельная. Как она может быть такой беззаботной? Ну, то, что я сейчас сказала, идеально для меня подходит. Кто-то идет. Конго! Хорошая работа. И добро пожаловать домой, Ямаширо. Удалось ли тебе безопасно проводить нашу женщину, нашу, короче, эту героиню на курорте? Ага, хотя я думаю, что это она меня направляла. Да, нанесла тебя. О боже. Я полагаю, что не все так хорошо, да? Но мы сделали все вовремя, я думаю. Звучит довольно посредственно. Ямаширо, тебе следует чему-то тебе следует поучиться серьезности у Суруги. И верно. Извините. Подожди, чего? Суруга? А вторая героиня здесь? И привет. Ямаширо, Суруга работает. Если ты будешь кричать, ты будешь ее отвлекать. Я действительно не возражаю. Суруга, прости. Ямаширо, пойдем. Увидимся позже, Суруга. Да, Конго. Начало крепких отношений, да? Может быть, однажды это и будет так. Возможность разговаривать с людьми, не расстраивая их, но при этом все равно развлекаясь. Как будто есть шанс. Сначала они расстраиваются, потом я начинаю сомневаться, и это всегда так заканчивается. Эй, Шимаказе. Между нами ведь тоже ничего не получится, верно? Или... Шимаказе должна была вернуться... В 4, верно? Может быть, мне стоит с ней встретиться, даже если это бесполезно. Но в любом случае, похоже, что-то будет. Наши два кораблика стали знаменитостями местными. Значит, там у нас тоже не бой, да? И да неужели после ивента никто не бросил никуда ни единого сундучка? Это расстраивает. Осуждаю. И, ребят, на этом мы эту серию закончим. Спасибо за просмотр и пока!